Итак, бойцы 9-го боя. Боец в синем углу, шестикратный чемпион Таджикистана по вольной борьбе, чемпион Азии по боевому самбо, 30 лет, рост 193 сантиметра, вес 120,1. Это его профессиональный дебют ММА, представляющий команду ММА Pro Team из Таджикистана, Эрадж Халал. Боец в красном углу, чемпион России по тайскому боксу, призер чемпионата Европы по тайскому боксу, призер чемпионата России по кикбоксингу, 28 лет, рост 175 сантиметров, вес 104,6. Это его профессиональный дебют ММА, представляющий бойцовский клуб «Беркут» Грозный, Абдулла Абдуллаев. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работаем. Все действия по правилам, все знаете. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Thank you.
ввиду сдачи боя бойцом красном углу победа присуждается бойцу в синем углу Эраджу Холову, Таджикистан!